Доброго времени. Хочется поздравить вас сегодня с Днем защитника державы. Именно державы, без разделения там по странам, еще чего-то. Всех вас, кто активны, там порядка 3000, независимо от пола. Вы все защитники этой земли. Да, я так прикинул, там нас всего 0,01% от населения страны. Какие возможности у нас с вами? Сейчас некоторое затишье, можно набрать определенные силы, энергии, передохнуть. Что будет дальше, посмотрим. Сегодня с утра солнце было, минус 30, подарок мне природа преподнесла, скажем так. Я ей благодарен. Через пару дней будет ледяные дожди, температура плюс 3. Ну, появится наст, хоть можно будет попробовать по снегу походить сверху. Всегда мечтал, как это раньше, на санях по насту ездили, на лошадях. Ну вот, наверное, в некотором плане сбудется эта мечта, попробовать походить по насту. Ну а так, всем счастья, радости, спокойствия. Я Русь благодарю.